Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru, интернет-магазин элитного садового инструмента из Европы. В этом видео я хочу рассказать про зимние перчатки Winter Touch фирмы Goldleaf. Эти перчатки были специально созданы для сырой, холодной и влажной погоды. То есть это межсезонье, между осенью и зимой, когда еще мы проводим очень много в саду, когда мы делаем очень много работы. Эти перчатки трехслойные, состоят из трех разных материалов. Внешний материал — это оленья кожа. И перчаточки усилены на ладони специально еще нашивкой такой из кожи. Тыльная сторона перчаток — это специальный такой тканный материал. Но самое главное в этих перчатках — это материал, который средний, то есть они трехслойные. Вверх получается у нас оленья кожа, внутрь идет специальный материал, называется зинсулейт, это специальный материал для тепла. Но самое интересное — это средний материал, это специальная мембрана, которая не пропускает влагу, которая не пропускает воду вообще. Мало того, эта мембрана дышит, то есть она обладает дышащими свойствами. Это специальная технология фирмы Raotech, специальная технология. Мембрана работает по системе, то есть в одну сторону она не пропускает воду, а в другую сторону она выпускает пар, вот такой пары воды, молекулы воды, которые выходят через специальное отверстие, микроскопическое отверстие. То есть система мембраны. Это говорит о том, что вы в этих перчатках можете работать в любой влажной среде, и эти перчатки не промокнут. То есть верхний слой намокает, а влага до теплой подкладки из зинсулейт просто не доходит. А самое важное, чтобы руки не намокали, и вот этот слой не намокал. Только когда этот слой намокает, вот этот холод, он, то есть, заставляет организм мерзнуть. То есть организм мерзнет тогда, когда мы попадаем во влажность. А если руки у нас находятся в сухой среде, именно слой зинсулейт не промокает, то мы сохраняем свои руки в тепле. На мне модель мужская, джентльмен. Существует модель еще женская, то есть две модели, мужская и женская. Замечательно, сидят на руке, очень мягкие. У меня где-то 10-11 ладонь, очень удобно, мягкие. Плюс еще со временем свойство оленей кожи, что руки садятся по, вернее, что перчатки садятся по руке. Перчатки опробованы в течение нескольких лет уже в Европе. Потребители, да, клиенты довольны этими перчатками. А сейчас мы проведем эксперимент. Я опущу руку в этих перчатках в воду. Мы проверим, пропускает эта перчатка воду или не пропускает. Итак, поехали. Опускаю руку в воду. Не чувствую вообще ничего. Как мы видим, верхний слой оленей кожи, он намокает. А рука остается совершенно сухая. Просто совершенно сухая. Сейчас я сниму эти перчатки. Вот рука. Никакой воды, никакой влажности нет. Так что покупайте перчатки Winter Touch фирмы Goldleaf в магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.